Если тебе нужна Келса, она ушла. Я бы пошла с ней. Но я буду только мешать. У тебя забот выше крыши. Но эти гиены похитили мою дочь. Ради мести. Поможешь, буду тебе должна. А долги я отдаю. Найдено электронное устройство. Гиены захватили Элеонор, дочь Одессы Сойер, чтобы контролировать театр. Мы должны вернуть ее живой и невредимой. Агент Келса уже на месте. Мы попытаемся отвлечь внимание гиен, чтобы вам обоим удалось пробраться к заложнице. Гиены уже успели обустроиться в здании, но нападения они не ожидают. Обнаружено мобильное электронное устройство. Нет, нет, нет. Прижимай локти. Так в тебя будет сложнее попасть. И чуть-чуть наклоняйся. И не держись ты так за ствол все время. Это нормально. Меньше отдача. Но рука так быстро устанет. Так, лучше? Отведи плечо назад. Стоп. Хватит. Как тебя зовут? Питер. Слушай, Питер, скажу тебе один раз. Будешь меня перебивать, сброшу тебя с крыши. Будешь соваться под руку с дурацкими советами, сброшу тебя с крыши. Все понятно? Да. Что-что? Да, мэм. Хорошо. Так, тут у нас замок затвора. Когда патроны кончаются... Ко мне подойдите!
Ты рядом с отелем Гранд Вашингтон. Погнали. Это их отвлечет. Двигайся к служебному входу с восточной стороны. Что-то снаружи здания. Серьезно? Ну что это было? Откуда мне знать? Ничего хорошего. На нас напали? У кого хорошо? Смотрите. Я не знаю. У кого-то придумал. Как войдешь внутрь, двигайся к холлу. Найди на мобильное устройство. Перехвачена радиопередача. Подъем! На нас напали! И похоже, они хитрят. Это весело! Наши бьют! Состояние критическое. Ты что, совсем охерел? Перехвачена радиопередача. Я к заложнице! Всем бегом в холл! Тут святой. Кто-кто? Босс Гиен. Мерзкий тип. Надо убить этого говнюка. Агенту требуется помощь. Oh!
Техническая. Состояние критическое. Рут, стреляйте в гада! Он поднялся на самый верх. Иди за ним по лестнице. Она справа от лифтов. Найдено мобильное устройство.
Больно? Броня не выйдет! Я нашла склад боеприпасов. Сейчас взорву его. Ты там как? Разве что надышалась асбестом. Взрыв тут много чего обрушил.
жесть какая-то! Я на крыше. Жду поддержку. Я пригляжу за тобой, Келсо. Видишь его? Я не знаю его, но вижу большое скопление врагов. Сейчас сократим. Стоки, стока! Лови гранату!
Выявлено серьезное ранение. Агент.